Венесуэле силы безопасности не пустили оппозиционных законодателей в здание Национальной Ассамблеи. По словам депутатов, сотрудники разведслужбы заявили, что ищут взрывное устройство. Лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо считает это попыткой властей закрыть парламент. Завтра мы возобновим заседание в Федеральном законодательном дворце. Власти пытаются его оккупировать и закрыть, но мы отстоим это место, поскольку оно отведено под парламент по воле народа. Ранее Верховный суд Венесуэлы лишил иммунитета 5 оппозиционных депутатов. Он обвинил их в причастности к протестам 30 апреля, в которых участвовала группа военных. Кроме того, Верховный суд разрешил предъявить нескольким оппозиционным законодателям обвинения в измене родине и других преступлениях. Депутаты были вынуждены укрываться в иностранных посольствах в Каракасе, либо бежать из страны. Спасибо, Наталья. Тем временем госсекретарь США Майк Помпео во время визита в Сочи призвал российские власти оставить без поддержки социалиста Николаса Мадуро. Соединенные Штаты и более 50 других стран согласны с тем, что для Николаса Мадуро настало время уйти. Он не принес венесуэльскому народу ничего, кроме страданий. И мы надеемся, что россияне перестанут поддерживать Мадуро. Демократию силой не устанавливают. Угрозы, которые звучат в адрес правительства Мадуро, угрозы, которые звучат из уст и представителей, официальных представителей администрации США, и из уст господина Гуайдо, который постоянно напоминает о своем праве пригласить вооруженную интервенцию извне, они ничего общего с демократией не имеют. Хотя мнения политиков по этому вопросу разошлись, но они намерены продолжить диалог, чтобы найти путь для разрешения политического и гуманитарного кризиса в Венесуэле. Между тем, международная организация Amnesty International на пресс-конференции в Мехико обнародовала доклад «Голод вместо справедливости. Преступления против человечности в Венесуэле». В нем говорится о систематических репрессиях в отношении людей, критикующих политику Мадуро. Николас Мадуро использует государственные институты, такие как силы безопасности и судебная система, чтобы систематически подавлять эти критические голоса. Он санкционирует произвольные аресты и радикальное насилие. По словам правозащитников, в стране проводят внесудебные казни, а также жестоко подавляют антиправительственные протесты.